постоянно запросы какие-то обрабатываем на поиск товара. На фабрику ездим, экспортируем, там команда у меня такая. В России и такая команда. А сколько человек? Если считать с этими, ну, столько, человек 7. Я занимаюсь там, группу веду. Да, два человека, которые работают. Заяц и партнер. Как помочь тебе можем? Вот, приехал пообщаться. Давай прям сейчас. Ну сейчас вот просто такая ситуация, что ну вот, в принципе, в интернете вообще такие игроки, где-то всего 6 поставщиков основных, которые занимаются поставками из Китая. Ну я где-то сейчас вот на 3-4 месте по объему поставок. Хочу. Ну, который чуть раньше начал. Подняги, слушай, Алиэкспресс, он как бы как... Он же сейчас в России работает, как конкурент или нет? Нет, это вообще не конкурент. Это розница, во-первых. Там нельзя коммерческую партию. Я и на коммерческую партию. Я отправляю одну штуку, две штуки. Минимум 100, минимум 1000 долларов. Такая вот. Получается. Помочь чем? Ну, больше, наверное, сейчас именно доверие, то есть людей возникает. То есть кому обратиться, кому... Вот я недавно начал проводить вебинары тоже. Вот, после вебинаров тоже дал хороший результат. Люди посмотрели меня вживую. Вот, доверие больше возникло. Я рассказал про свой успех, как к чему к этому пришел. Вот, я начал с Китаем заниматься именно с розницы. У меня магазины есть в России именно по аксессуарам. Вот, я начал возить аксессуары для себя оттуда. Нашел человека, который будет меня искать, выкупать с рынка в Китае и тащить в Россию. Вот. И постепенно опыт нарабатывался по заказам с Китая. Там много нюансов очень. Я понял. Слушай, ну вот сейчас, допустим, человек смотрит, как он конкретно тебе поможет, поможет ты ему помочь? Не знаю, 2020 там посмотрит. Как он может помочь? Как я ему могу помочь? Ну, взаимно, да. Но если он хочет продавать товары, вообще, в принципе, любые физические товары, то я ему... Сколько ему инвестиций надо? От 30 тысяч рублей. Минимальная партия. 30 тысяч рублей, он с тобой работает, закупает оптом, более-менее каким-то уже, да? Да, я ему даю рекомендации, я ему помогу сделать анализ по товару, я помогу сказать ему, стоит ли брать или не стоит. Но лендинг он сам делает, да? Я могу даже людей дать, которые... На самом деле, мне кажется, если ты в любом случае знаешь позиции, которые идут, конечно, ты ему конечно. Сразу сказать, что вот это стоит брать. Да. Ну, у меня так, смотри, как происходит на практике. То есть он спрашивает, хочу сказать сидящие наушники. Я спрашиваю, как ты хочешь их продавать? Ну, хочу там по друзьям покупать. То есть человек еще не сделал тест вообще никакой. Да. А я понимаю, что эти сидящие наушники уже все, умерли. Они лежат мертвым тазом на складах у людей, и все, они никому не нужны. То есть я говорю, не надо брать себе их. Мокрый, ты че? Вот, да. То есть, во-первых, общаюсь с каждым заказчиком, с каждым покупателем, кто хочет заказать, даю рекомендацию, что стоит. Или с последних поставок, там заказали клатчи, модель такая. Мы пришли тестовый образец, ему говорю, ну не надо, не стоит. Вот эти хорошие, давай иди закажешь. То есть был заказ на одно, мы сделали видео, показали, то что ну, качество не очень. То есть ну, стыдно будет продавать такое там за 3000 рублей. Уговорили, он заказал другую партию. Ну то есть такое, чтобы потом проблем, когда не было, ему продавать этот человек. То есть больше такой человеческий подход. Не больше не впихнуть, а ну, больше, чтобы что-то продать, мы сначала сами в этом разберемся очень хорошо. Я понял тебя. Поэтому за многие, там, допустим, какие-то товары не беремся, потому что мы не знаем, какие тонкости, нюансы. Сколько у тебя вот таких ребят сейчас получается, таких дистрибьюторов? Ну, оптовиков, конечно, таких серьезных, где-то 5, которые тоже закупают много и продают сами тоже оптом. Вот. Там, может быть, по несколько миллионов заказывают каждый месяц. Прикольно. Вот. Расскажи, с какими трудностями сталкиваешься? Сейчас с трудностями, сейчас именно вот все, в принципе, мы ошлифовали весь процесс свои. Раньше было много сложностей с карго, с перевозчиком, который доставляет товары, потому что они, китайцы, работают именно в свою выгоду. Им не важно там, что там, как, что придет, как придет. Им главное отправить, заработать деньги, а что вообще там вообще. Много сталкивались там с потерями товара. Сейчас такая штука, как таможка ворует товары. Да, тоже, да. Тут мопеды воруют под домом. Сейчас в России таможка скрывает партию, половина товара 30% себе забирает. То есть и ничего сделать не можем. Берут, короче, деньгами натурой. Да, вот. Получается, мы платим РСДР таможку, при этом сталкиваемся с тем, что товары воруют. Вот. Ну что, давай.
Я думаю, там люди, мы твои ссылки под видео разместим. Люди, как те, зовут кто... тебя, фамилия? Меня зовут Иван Казанцев, сам из города Самары, родом. И вот последний год путешествия. Если я сейчас тебя обгоняю вот до туда, то мы что-нибудь от тебя разыгрываем, короче, для подписчиков. Нормально? Обгоняешь на чем? Как? Просто, короче, плащ. Плащ? Да. Ну, давай. Серега тоже, короче, участвует. Если я или Серега побеждаем, мы что-то... Отдалкиваемся, да? Подожди, ты тогда посередине плыви. Так, погоди. А куда прыгать? Нет, пускай он лоскут его лучше обгонит. Давай, кто секундант? Настя, будешь секундантом? Стойте. А что мы разыгрываем, если что? Не-не, я имею в виду это. Да продумаем какой-нибудь товар, который сейчас ходовой можно. Ну и партию, товар небольшой. Подожди. Тут тема серьезная идет. Так, все, три. Подожди, я отдыхаю. От чего? Отдыхай, три. Мне лишь бы не... Два. Да. Старт. Нет, так! Так нечестно! Блять! По голове заехал! Но главный результат! Во-первых, прыгнули впервые! Я почувствовал, что я тебя ударил, да? Да мне по двоём, да, и ты, он ударил! Руслан сильнее меня ударил! Меня Серега ударил! Руслан сильнее ударил! Потому что места мало! А меня вы все ударили водой! Как GoPro-шка жива, непонятно! Тогда что мы разыгрываем? Что можно разыграть? Бесплатную партию отправ. Ну, в смысле, то есть я не беру, я проверяю партию товара. То есть мои люди в Китае проверяют. Смотри, что я предлагаю. Вот те бизнесмены, они и так тебе на самом деле напишут. А вот именно люди просто, которые ролик смотрели, давай что-нибудь разыграем одно или два. Может, наушники какие-нибудь, что-нибудь такое прикольное, знаешь? Ну, это мелко, это без проблем вообще. Все возможно, могу тебе хоть. Сейчас с очень большими партиями клатчи, продукция Xiaomi набирает очень большую популярность. Теск, вот эти вот камеры, там все. Качество хорошее, цена прям очень сильно низкая. Че, давай камеру разыграем? Жесткая, да? Ну, вот стол. Че, себестоимость? Да, себестоимость. Ну? Че, можно, давай. Все это электроника, все это... Давай наушники. Можно наушники, клатч. Что сам выберет? Вот что... Короче, мы разыгрываем три штуки разных вещей. Вы просто под видео или по ВКонтакте просто плюсик поставьте, если хотите участвовать в розыгрыше штуки. И что, надо что-то написать или не надо? Надо, кто первый напишет, первые три человека, кто напишет. Ну, в общем, любой товар. Нет, то смысл есть, что видео-то хочешь. Продвижение не получится. Просто плюсики ставьте уже, а там плюсики. Рандомно, ну, выберет сам. Не обязательно плюсики ставить, что хотите поставить, все. Просто любой комментарий. Что хочет, то и отправит. Ну, вообще-то я говорю про плюсики, ну, как вообще. А давай просто, знаешь, каким образом сделаем. Кто ближе всего угадает, когда у Ивана день рождения. Точно. Вот из первых, собственно, людей. Да, они зайдут в ВКонтакте, а там написано. Ну, ты уберешь сейчас. И все. Короче, ты разыгрываешь трое наушников. Кто ближе всех угадает их вес в граммах, тот и побеждает. Трое первого. Отлично, давай так. Нормально. Тебе пишите в комментарии и на ютубе эти, ну, под видосом. Ну и кто хочет бизнесом заниматься с Китаем, оптом, вот пишите в личку. Как еще раз тебя зовут? Иван Казанцев. Добавляйте Ивана в друзья. Ссылка под описанием.